Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Анатолий Пиксаев и канал Аэродизайн. Сегодня мы с вами будем делать вот такого вот замечательного попугая. Прежде чем мы приступим к его изготовлению, хочу напомнить вам о том, что у меня есть платный онлайн-курс «Бизнес на шариках». Если вы хотите более детально, более глубоко изучить аэродизайн, твистинг, если хотите начать на этом зарабатывать, ссылочку вы найдете ниже данного видео. Там можно подробно ознакомиться с программой курса и записаться на обучение. Сейчас же на своих экранах вы видите те материалы, которые нам нужны. И далее, как обычно, все по порядку. Беру ШДМ-360 красного цвета. Хвостик не додуваю на 12 сантиметров. Со стороны горловины делаю пинч-твист. Откладываю пузырь 18 сантиметров, следом делаю пинч-твист. Вновь пузырь 18 сантиметров и подкручиваю скруткой под первый пинч-твист. Далее пузырь 7 сантиметров, за ним пинч-твист. Еще один пузырь 7 сантиметров и подкручиваю шар под первый пинч. Лишнее отрезаю. У меня получилось две петли с пинчами по краям и между ними. Беру следующий шар, хвостик не додуваю на 17 сантиметров. Горловиной подматываю шар к пинчу на малой петле. Откладываю пузырь 6 сантиметров, следом делаю пинч-твист. Затем пузырь 8 сантиметров и скруткой подматываю шар под пинч, расположенный между петлями. Оттуда через пузырь 8 сантиметров возвращаюсь к предыдущему пинч-твисту. Далее пузырь 12 сантиметров. Пинч-твист. Пузырь 6 сантиметров и подкручиваю шар под пинч на большой петле. Беру ШДМ-260 красного цвета, надутый примерно на 20 сантиметров. Подматываю его горловиной к пинч-твисту. Теперь белый ШДМ, раздутый примерно на 15 сантиметров, и подматываю его рядом с красным. На красном шаре откладываю пузырь 8 сантиметров, а на белом пузырь примерно 6 сантиметров. Скрутками перекручиваю шары между собой. Затем на красном шаре еще один пузырь 8 сантиметров и возвращаю его к пинчу. Подкручиваю шар под пинч и лишнее убираю. На белом шаре делаю подряд 2 пинч-твиста из пузырей чуть меньше диаметром, чем сам шар. Из черного ШДМ-160 делаю 2 пузыря по 3 сантиметра и связываю между собой. Лишнее отрезаю. Отмеряю пузырь на белом шаре на 1 сантиметр длиннее черных пузырей. Делаю скрутку, выпускаю из шара лишний воздух и завязываю вместе скрутки на узел. Помещаю черные пузыри под белый шар, хвостиком белого ШДМ притягиваю черные пузыри и обматываю хвостик за белый пинч. Далее беру оставшийся у меня отрезок белого ШДМ-260 и надуваю пузырь примерно 15 сантиметров. Горловиной подматываю его к пинчу между большой и малой петлей. Откладываю пузырь 4 сантиметра.
скруткой подкручиваю шар к белым пинчам. Еще один пузырь 4 сантиметра и возвращаю шар в исходную точку. Подкручиваю вокруг красного пинча. Лишнее убираю. Беру желтый ШДМ 260. Хвостик не дадут на 13 сантиметров. Горловиной поддеваю под большой красный пинч на груди попугая. Надеюсь, вы уже поняли, где у него голова с клювом, где спина и где грудь. Прокидываю длинный пузырь к пинчу на спине, подкручиваюсь вокруг него и по другому боку таким же длинным пузырем возвращаю шар к исходной точке. Лишнее отрезаю. Это получилась верхняя часть крыльев. Затем беру синий ШДМ 260, недодутый на 12 сантиметров. Подсовываю его между красным и желтым пузырями, ближе к груди. Откладываю длинный пузырь до спины. На спине делаю скрутку и откладываю еще один пузырь по второму боку. Удерживая скрутку между пальцами, лишнее убираю. Завязываю хвостик на узел и связываю с горловиной между пузырями так, чтобы узел оказался внутри корпуса попугая. Крылья готовы, хорошенько расправляю все пузыри. Сделаю глаза попугаю. Для этого беру отрезок черного ШДМ 160, надуваю маленький пузырь, чуть больше круглого, и сразу связываю два конца шара с натяжкой, так чтобы получился более круглый пузырь, похожий на пинч-твист. Беру белый ШДМ 360, надуваю пузырь примерно 7 сантиметров, завязываю и отрезаю горловину под самый узелок. Черный пузырек прикладываю узелком к узелку с белым ШДМ. Большим пальцем продавливаю черный пузырек внутрь белого ШДМ. Удерживая его, чтобы он не вылетел, надрезаю белый ШДМ, чтобы из него вышел воздух. В этот момент большой шар обтягивает черный пузырь, оставляя открытую область, где я держал палец. Таким образом получается черный зрачок в белом глазном яблоке. На тыльную сторону глаза наношу клеевую точку или клей и устанавливаю глаз на место. По аналогии делаю второй глаз. Из отрезков желтого ШДМ 260 сделаю веки. Даю немного воздуха в шар и завязываю. Подтыкаю отрезок в скрутке между пузырями, укладываю его над зрачком. То же самое делаю со второй стороны. Для изготовления ног возьму черный ШДМ 160. Оставляю нераздутый хвостик 13 см. Со стороны горловины откладываю круглый пузырь. Следом пинч-твист. Сразу подготовлю перекладину, на которой будет сидеть попугай. Для этого беру 260 ШДМ цвета кофе. Надуваю пузырь 30 сантиметров, лишнее сразу убираю. Отступаю 10 сантиметров и обкручиваю перекладину черным шаром. Подкручиваю шар за пинч, одна лапа готова. Затем круглый пузырь, следом пинч-твист. Вновь обхватываю перекладину черной петлей и фиксирую за пинч. Еще один круглый пузырь и лишнее убираю. Лапки с перекладины подматываю хвостиками к красному пинчу внизу туловища попугая. Беру синий ШДМ 260, надуваю его примерно на 50 сантиметров. Откладываю пузырь 20 сантиметров, делаю скрутку. Затем еще пузырь 20 сантиметров и связываю концы между собой. Лишнее убираю и хвостиками подматываю петлю к красному пинчу.
Из отрезка желтого ШДМ делаю аналогичную деталь, но длина пузырей будет уже по 15 сантиметров. Деталь также креплю к красному пинчу. Расправляю и выравниваю все пузыри. Итак, попугай у меня практически готов, осталось сделать ему подставку. Для этого беру 12-дюймовый шар цвета кофе. Вовнутрь забрасываю маленький грузик из шара с водой. Лучше закинуть туда 2-3 таких грузика для устойчивости. Раздуваю шар на 12 качков насосом. Ну, получается шар диаметром 17 сантиметров. Беру два ШДМ 260 цвета кофе, не дотянутые на 13 сантиметров. Горловинами связываю их между собой. В этом же месте подвязываю отрезок ШДМ. Затем отрезком подвязываю ШДМки к горловине круглого шара. Подвязать нужно неплотно, чтобы между узлами на ШДМ и узелком на круглом шаре было расстояние примерно 3 см. Далее пальцем продавливаю узел круглого шара к противоположной стенке, ухватываю с другой стороны, прокручиваю и фиксирую отрезком ШДМ. Если выразиться грамотно, использую прием Apple Twist. Прикидываю, на какой высоте у меня будет перекладина. На каждом из шаров делаю подряд по 2 пинч-твиста. Перекладину прикладываю к пинчам, обкручиваю шаром и фиксирую петлю за пинч. Лишнее убираю. То же самое делаю с другой стороны. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш попугай готов. Если вам понравилось, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоуроки. С вами был Анатолий Пиксаев. До новых встреч!